Обычно цветение сирени зависит от погоды. Как говорится, чем теплее, тем быстрее. В этом году в регионе кустарник зацвел немного попозже из-за перепада минусовых температур. Кстати, не вся сирень одинаковая, аромат у каждой разный. Несколько теплых дней, и сирень уже распустилась. Кстати, многие думают, что бутоны бывают только двух цветов – сиреневого и белого. Однако это не так. У сирени порядка 7 цветовых сочетаний, которые предполагают вот деление на группы по цветам. На самом деле она же хамелеон, и одну и ту же сирень можно отнести к группе лиловых сирений, вот как пионер, и к группе голубых сирений. Потому что когда она в полном распуске, она приобретает голубой цвет. Относится к семейству маслиновые, может прожить более 130 лет. А еще с 3 и 5 лепестковыми цветами сирени связаны приметы удачи. Однако данное явление, по мнению биологов, не чудо, а следствие мутации. Это видовое разнообразие, будем так говорить. И какие-то ветви каких-то мутаций. То есть вот вы стоите рядом с сенсацией, но это мутация, когда белый край. Лепестки могут быть, с белым краем могут не быть. Точно так же и 5 лепестков, и 6, и 7, и 8. Есть многолепестковые сирени, например, сорт Рочестер. Пряный аромат кустарников, который чувствуется во дворах и на улицах города, не оставил барнаульцев равнодушными. Однако никто не спешит ломать ветки. Нет, не рвал. Я его просила, но он сказал, он не поступит так с деревьями. Я говорю, а мне очень хотелось бы. Сирень всегда поднимается настроение. Настроение весны всегда присутствует. Всегда мы на сирене искали 5 листочков. Так я понимаю, 5 листочков. Да. Съедали, загадывали желание. Оно же должно было исполниться, и нам казалось, что оно исполняется. Так, на днях для студентов классического вуза провели необычную лекцию. Здесь ребятам о сибирской сирене и ее особенностях еще не рассказывали. Всех, кто хочет узнать об ароматном кустарнике чуть больше, приглашают в Изумрудный парк. Лекция пройдет уже в эту пятницу. Вход свободный. Мария Костарева, Владислав Ковалев. День с толком.